Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Ну что же, начнем, пожалуй, с тренировки. Нам нужно забрать наших бойцов. Ага, здесь, к сожалению, пока еще не оттренировались. Ну да не беда. Мы с вами в любом случае начнем игру, но зайдем вначале в армию. И посмотрим, что у нас здесь. Ядрить тебя на корень. Ребят, смотрите. Ха-ха. Вторую звезду у нас получает башня рощи. Давайте развивать, почему бы и нет. Маленькая она пока еще. Ну да ладно, две звезды. Так, смотрим дальше, ребят. Опачки, опачки, опапулечки. Посмотри-ка, бомбер у нас получает четвертую звезду. Вот это уже хорошо, ребят. Кстати, у нас с вами прибавляется еще один летающий юнит, который, может быть, в основной состав скоро войдет. Возможно. Так, и давай-ка мы с тобой посмотрим, что у нас вот здесь. Ух ты! Терракоша у нас получает четвертую звезду. В принципе, я тоже очень рад. Вы знаете, что я его хотел прокачать. Ох, теперь он будет крут. Надо будет только немножко его подкачать, и все. У нас 25500 монет. Этого мало, ребята. Это никуда не годится. Так, арена. Арена у нас еще не истекла. Ну что ж, поехали тогда. Кстати, ежедневное испытание, ребята, я сегодня прошел за кадром идеально. Все, я получил, ну смотрите, 22 карточки в начале зомбаря, да, потом еще 12 и 7. Ну, короче, вы поняли. Так, подожди, подожди, мне это не нужно. Иди ты в баню. Давай мне основную нашу компанию. Ребята, и надеюсь, вы успели заметить, да, что у меня уровень уже 70-й. Так, и что у нас здесь? Я вижу голем, когтистый и банши. Кто против них у нас хорошо зайдет? Как вы думаете, а? Я думаю, что, наверное... Слушай, 76-й, 74-й уровень. Это круто, больно, а? Но я попробую вот этим вот составом, ребят, сыграть. Не знаю, что, конечно, получится из этого, но будем пытаться. А что нам еще делать? Так, поехали. Как всегда, копим ману для начала. Ох, будет жарко, я чувствую, блин. Мой голем здесь проигрывает по любоську. А, кстати, мы, по-моему, в тот раз с вами не смогли одолеть, да? Они нас раздавили чисто по мощам. Точно, точно, я вспомнил. Ё-парасете. Ну, давай сделаем вначале так. Когтистого разнесут сейчас. Ой, пилораму. Так, попробую. Я, конечно, не уверен, что у нас что-то из этого выйдет. Давай, давай, всадничек. Родной ты мой. Ну, бомбит ты, ёлки-палки. Слушай, слишком круто. Ага. Хорошо, хотя бы так, ребят, другого варианта пока не вижу, блин. Ты посмотри, что происходит. Давай еще одного джаггера вызовем. Слушай, они меня... Они меня все ближе и ближе к моей базе, ребят, толкают. Слушай, есть вариант, знаете какой? Успеть деда вызвать. Давай попробуем успеть деда вызвать. Так, 300 есть. Давай 400, 400, потом 500 и... Ну, 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 блин. Дедуль, давай, вся надежда только на тебя. Блин, сейчас... Такой начнется расколбас, ребята, не детский. Я еще вот так подсоблю. Фух. Так, отлично, дедуль, давай, бомби, бомби, бомби. Есть. Слушайте, возможно, возможно, мы, ребят, с вами пройдем. Хотя особой гарантии здесь быть не может. Слушай, в принципе, он валит всех с удара, кроме вот этого голема. Голем сопротивляется, но он тут же падает. Следующий выходит вместе с когтистым. Ах ты, блин, ну давай я вызову молотильщика. Давай по базе, пожалуйста, ну бомбите по базе. Сейчас дед у меня отдуплится, ребята. Помогаем ему джиггернаутом. Фаербол я тут же вызываю, оп. Шикандос. Дед, по-моему, упал, ребята, дед упал. Все, сейчас если мы с вами здесь не разобьем, мы можем проиграть. Ну мы же разобьем, ведь разобьем же, да? Мы же должны разбить, ядрен батон. Ну давай, напряглись. Напряглись, всадничек на журавле, пожалуйста. По-моему, о, заморозка. Ребята, заморозка, и да! Да-да-да, мы с вами выиграли! Но это только начало, не забываем об этом. Это у нас только начало. Как, какое нафиг начало, ребят? Это у нас третий бой был, это уже серединка. Так, вот не было печали, смотрите, кто к нам прибавляется. Здесь у нас прибавляется прыгун. Угу. И служитель тьмы, ребят, сзади будет прикрывать. Голема как раз будет хилить, поэтому давайте мы, наверное, с вами выберем вот этот вот отряд. Знаете только почему? Потому что здесь есть ведьма. Так, у меня прыгун на прыгуна, да, предположим. Если мы будем перепрыгивать, чумная летающая мышь. Может быть, лучше бомбера взять, а? Как думаете? Бомбер будет летать, бомбить, а летучая мышь будет бомбить капитально, пока не сдохнет тварь, да, какая-нибудь. Ух, я не знаю. Давай попробуем разочек, да?
Попробуем разочек сыграть этим отрядом. Если ничего у нас не получится, мы, конечно, с вами что-то другое будем думать. Но пока у нас вариантов не так много. Блин, особенно прыгун меня смущает. Очень смущает, ребят. Если бы вы только знали, как. Вот сейчас он пойдет, ну что, если я даже Ронина вызову, да, ну он побежит. Куда он побежит только, я не знаю. И как он побежит. Вот, смотрите, о чем я вам говорил. Смотрите, он вызвал, да? Я буду вызывать сейчас маговойна. Полюбаську, вот прыжок. Вот так вот. Эй, ты смотри, что он делает. Ты смотри, что он сделал. Вот так вот, ребята. Вот о чем я вам говорил. Жесть. Так, иди отсюда, голем, ты достал. Вот серьезно говорю, он достает просто. Ну-ка, шик. Рони, давай, бомби его. Во, фух. Ну это-то только начало, ребята, и то мы уже получили повреждение, понимаете. Повреждение, блин, по базе. Этот прыгун еще. Ну-ка, так, раз, два. Слушай, ай, я хотел сказать, что Ронин у меня сильнее. Хрен там он у меня сильнее. Ничего подобного. Он слабее, ребят, слабее. Слушайте, не вариант. Теперь смотри, еще служитель тьмы прет. Давай так попробуем сделать. Получилось вроде бы. Хорошо, я попробую. Блин, мне до ведьмы, как до китай-рака. О, да конечно, а кто бы мог сомневаться, что прыгун вниз совпадет и, естественно, начнет тут бомбить все. Давай вот так вот, Ронин. Ну, голема этого уничтожим? Уничтожили, ладно, хорошо. Давай дальше. Если бы, ребята, у моей мага-воина зарабатывало бы почаще отражение, они бы сами себя уже давным-давно убили бы. Поверьте мне. Давай ускорение сделаем. Так, хорошо, а вот так. Поможет нам это? Воу, они испугались, они побежали обратно. В принципе, в этом есть толк. Смотри, что происходит. Сейчас она будет перепрыгивать. Вот тут же... Вот, отражение сработало. Смотри, хопа. Ронин, конечно, красавчик. Вообще красота, ребят. Он по красоте все делает. Давай, давай, этого прыгуна. Тыкс, уничтожили. Слушай, я хотел на ведьму купить. Я что-то сижу, рассусоливаю, блин. Мне нужна, блин, ведьма. Ронина придется вызвать, ребят. Я не знаю, как это дрибудень получается. Ага, минус двоих сразу же снесли. Ну, а теперь, естественно, я вызову уже ведьму. Правда, поздно, ребят. 17 секунд осталось у нас. Это не вариант. Это, к сожалению, не вариант. Плохо сыграл, очень плохо. Ну, извините меня, на 6 уровней они меня сильнее. На 6. Это уже говорит о многом. Ну, ладно, предположим, мы сделаем так. Вот так, здесь мы заморозку сделаем. Блин, ребята, 2 фейла, прикиньте, 2 фейла. Давно такого не было у меня. Ну, куда ты вот бежишь, а? Прыгун, ты достал уже, в самом деле. Так, ладно, хорошо, предположим, что у нас дальше тут будет получаться. Все-таки чумная мышь здесь как-то не особо хорошо идет. Вы сами прекрасно это понимаете, наверное, и видите, что урон у нее никакой. Прыгун, куда ты собрался? Опс, минус прыгун. Вот Ронин, если выходит вниз, он любого сносит, практически любого, с удара. Ну, это фигня все, это полная лажа. Я с этим не согласен, я буду переигрывать, только вот как и кем, пока не знаю, ребят. Как мне быть? Как мне вот тут лучше всего разыграть? Этим отрядом? А смогу ли я? Прыгун, да, у нас здесь. Слушай, если мы уберем всадника на журавле, а кого мы можем вместо нее поставить? Давай, предположим, посмотрим. Бомбера, может быть? Ну, бомбер, он же просто пролетает и все. Он просто летит, бомбит и этот. Если чумная мышь, вот она стоит и бомбит, да, до упора, то тут, к сожалению, нифига подобного. Ну, я, например, ее убрал, да? Убрал. И кого же мне, например, поставить? Бомбера еще нужно прокачать, прежде чем брать еще в основной состав. Слушай, а может быть взять Вуджена? Нет, Вуджен будет, ребята, гибнуть. Прыгун его будет доставать, мне кажется, да? Или не будет? Нет, будет, наверное. Черт подери, я не знаю. Ниндзя. А что нам ниндзя даст? А что нам даст ниндзя? Нам нужно, нужен такой юнит, который бы смог... Слушай, а вот хила бы. Если бы нам прокачать, например, хила, да? Мы могли бы неплохо здесь раскрутиться. Опять же прыгун чертов будет мешать нам. Я не знаю, вот серьезно. Жаба с молотом не актуально. Бородавочник дорогой. Вуджен, блин. Может быть попробовать его, а, ребят? Давай я, наверное, попробую Вуджена. Хотя я почему-то особо в эффекте именно вот этой команды мало уверен.
Но выбора-то нету. Выбора нет, ребят. Будем продолжать с вами бой и пытаться выиграть. Нам с вами спешить некуда, а если есть куда, то только вперед. Поэтому нужно пробиваться. Ой, здесь нет, к сожалению, моего мага-воина. А это все-таки сила, как ни крути. Ну что, прыгун пойдет или кто? Стопудово сейчас прыгуна. Ну, естественно, как же без прыгуна-то? Жду, ребята, я жду, я вот сейчас так сделаю. И попытаемся. Эй, хорош. Без, да, кстати, без психов вышел прыгун, отлично. Мы его здесь разбомбили. Дальше выпускаем Джаггера. Хотя надо было, блин, не Джаггернаута надо было вызвать, ребят. Надо было Вуджена, блин, вызывать. Вот что. Давай вот так попробуем. Ага, понеслась, родная. Ну давай, 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 давай. А? Снесем? Должны снести, ребят. Нифига не снесли. Он зато порвал. Порвал практически всех, ребят. Я вызываю опять молотильщика. Фух, мне аж прям сердце ёкает, ребят. Как только вижу я такую картину. Ну давай, вот же, что ты идешь, как в штаны наложил? Ну елки-палки, ну, блин. Смотри, что делает этот. Как его звать-то, блин? Служитель тьмы. Служитель тьмы, херню творит. Пошел ты, а. Так, смотрите, ребят, у нас армия довольно неплохая накопилась. Есть шанс, наверное, я думаю, зарулить здесь. Хотя, черт его знает. Ты посмотри, что происходит. Вот же, ну ты пока, действительно, ну пока он дойдет, ребят. Ну это, ну о чем? О чем тут можно, блин, говорить? А только об одном. Во, вот так. Слушай, я, по-моему, сейчас вызову деда, ребят. Если успеем. Если успеем, я вызову деда. Слушай, у меня как раз манна накопилась, ребят. И дедуля готов выйти с почестями. Поехали. А ничего, у меня там базу уже бобят. Молодцы, красавцы. Бумс, вот так вот. Для начала, ребята, им дед... Главное, чтобы дед подошел. Главное, чтобы подошел дед. Сколько там? 30 секунд. 30... Есть! Есть, ребятули. Вот она. Сладкая, блин, победа. Но это только предпоследний был уровень. Сейчас будет последний, сейчас будет жесть. Вы посмотрите, какой уровень. 77-й. Ё-моё, ты посмотри, дед, король прям тут натуральный. Король всего, поэтому надо покумекать. Тут, кстати, нет прыгуна. Вот оно чё. Нет прыгуна, это, кстати, очень хорошо, что нет прыгуна. Поэтому я, наверное, вот этот состав возьму. Кстати, здесь я всё-таки рискну, ребят, поменять чумную летучую мышь. Я думаю, что вы со мной согласитесь, потому что, ну, во-первых, у нее всего 3 звезды. У нее маленький урон. Опять же, сейчас дилемма у меня встанет. На кого поменять? На кого? Нет у меня, ребят, других раскачанных персонажей. Ниндзю, как вариант. Слушай, мне кажется, ниндзя даже будет получше. Я, наверное, так и сделаю, ребят. Она же раньше у нас была форвард, согласитесь. Поэтому я думаю, что она меня здесь не подкачает. Ну что ж, вперед. Вперед с песней. Последний, ребята, крайний уровень у нас. Занежить. Поехали. Была не была. Как говорится, с Богом. Я готов, я напряжен. Я без расслабона, ребята. Это вам не изи-каточки. Так, пока никто не идет. Это меня немножко даже смущает. Может быть, мне дадут накопить. Слушай, а может быть мне... Банши вышла, блин, банши. Так, на ведьму успею накопить, ребят? 500, 500 манны всего лишь нужно. Черт, успею, нет? Ну, давай, давай, родная моя, ну. Ну. Есть, контактиш. Так, теперь надо, естественно, прикрывать. И будет прикрывать у меня вот так вот. Ай, по красоте, ребятуль, смотри. Так, давай, ниндзя, помогай. Есть. Слушай-ка, а может быть... Слушай, может быть, кто у них там босс? Ой, босс у них дедушка. Злой дед. Это плохо, конечно. Ну да ладно, попробуем. Я вот вызову еще прыгуна. Воу, 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 дедуля вышел. Ребятули, дедуля вышел. Сейчас будет бобо кому-то. Сейчас будет так больно, блин. А на него ничего не действует же, да? Сейчас бабку пригреет. С удара просто. Нет, бабуля, бабуля выжила. Выжила бабуля. Ну, живи, бабка моя. Да он ее оглушил, ее просто сейчас ударит ее. Фак, я его все-таки убил тоже. Фух, я его убил, козлодой этакого. Да, но это меня мало радует, потому что смотрите, что на меня тут движется. На меня движется толпа просто разъяренных бомжей. Ага, отлично.
Тут... Опа, ураганчик. Ё-моё, это же просто манна небесная какая-то на меня снизошла, потому что я успею сейчас вызвать бабулю. Да-да-да, сейчас вот ведьмишка вышла. Все, ребят, теперь помогаем вот таким вот образом. Время 50, блин, секунд. Я не знаю, успеем, нет? Да должны, в принципе-то, успеть. Что там этот когтистый что-то развернулся, куда-то не туда стал смотреть. 42 секунды, ребята, 42, блин. Ну! Да убейте вы этих хмырей, блин! Один за другим, заморозка. Есть! Может, прыгуна вызвать? Прыгуна попробуйте вызвать, ребят. 25 секунд, 25 секунд, это очень мало времени, ребят. Если бы ниндзя... Оу-оу-оу, Ронин бежит. Есть! Давай-давай-давай-давай, 15 секунд, 15 секундочек, ребятули. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, давай-давай, есть! Вот, вот она красота моя ненаглядная. Мы с вами прошли. Идеально просто-напросто. Идеально, тут по-другому не скажешь. Блин, ну это серьезно, это было очень напряженно. Посмотрите, ревард неплохой. Банши, прыгун, дедуля. Уважуха и респект. Да, ребята. И мы с вами прошли. Ёлки-палки, мы сейчас с вами полетим на новый уровень, на новый портал. И будем разбираться. Так. Что у нас тут? У нас тут, ребята, начинаем с захватчиков. Потом идут подданные. Потом идут роботы. Опять захватчики. Опять подданные. Короче, подданные и захватчики. А, и роботы. Хорошо, ребятули. Ну что ж, приступим. Давай посмотрим для начала, какой уровень. 71. Сразу 71 уровень начинается. Ё-моё. Не 69, 71. Вот так вот, чтобы жизнь малиной не казалась. Хорошо, я думаю, что для этих гавриков этот не пойдет состав. Или пойдет. Или не пойдет. Слушай, наверное, пойдет. Поехали, я попробую, ребят. Я в этом не уверен, конечно, в том, что у меня здесь все получится, но я постараюсь. Блин, еще и промежуточек такой маленький, да, между базами. Так, ну у него тоже, ребят, не дешевые карты, как вы знаете. Совсем не дешевые, поэтому... Кого он сейчас будет? Наверное, морского пехотинца вызывать. А я тогда, наверное, начну... С кого мне лучше начать? Давай начну я с паладина. Оу-оу-оу-оу-оу, кто бы знал, ребят, что он именно вот этого стражника вызовет. Ну-ка, банши. Ой, банши, ё-моё, это же некро у нас. Какой, конечно же, некро, ребят. Так, некро. Давай вот так вот. Оп, минус. Оп, минус, отлично, ребята. База работает что надо. Так, теперь у меня еще, как видите, вышел баллиста. Сейчас должно быть все как нужно. А что он никого не вызывает? О, вызвал. Он вызвал, но сейчас мы его сожрем. Мои колобки его съедят просто-напросто. Вот что я вам могу сказать. Е-е-е. Так, деньги только отдай. И заморозку тоже отдай. Все. Слушайте, как-то легко и просто у нас тут вышло. Но у него, видели, да, юниты такие дорогие. Так что особо ему не разгуляться. Смотрим, кого здесь. Блин, хищнец. Хищнец это плохо, потому что ему нужно контрить. Он дешево стоит, он заноза в пятки, елки-палки. Слушай, а кто же мне может помочь? Ронин? Ронин. Я даже не знаю, ребят. Слушай, вот знаешь, что хорошо бы зашло бы? Если бы мы с вами раскачали бы нашего бы Таракошу, да, до 70 уровня. Мне кажется, бы хрен бы его кто-то пробил бы. Пускай он медленный, но он бы как раз хорошо бы контрил вот таких вот дамагеров, как Хищнец или Молотильщик. Блин. Ну что, придется мне пробовать вот этот отряд, ребята. Если что, я буду прикрываться Ронином. Ну, а другого варианта я не вижу. Может быть, кому-то это смешно, а мне так лично совсем не до шуток и не до смеха. Ладно, будем с вами напряженно играть. Я ведь знаю, что он сейчас будет вызывать... вот он хищнец, ребята. Ронин! Чик! Е! Ты видел? Ты видел, что произошло? Ронин красава, ребят. Просто с удара взял и снес его. Ой! А вот это плохо! Давай. Черт, есть! Даже у ниндзя сработал, ребята, откат. Фу. Тут по-другому не назовешь. Не... Да иди! А, все, он попадет сейчас, ребят. У меня вообще нет слов. Это катка вообще изейше прошла. Просто, понимаете, он выпустил трех этих уродцев. Ах, у него здесь еще пришелец будет. Ну что, ребята, готовы тряхнуть булками стариной? Я готов, наверное. Будем брать вот этот отряд. Знаете почему? Потому что некро будет вызывать вот этих вот колобков своих, да?
вампирючих. И я надеюсь, что именно Колобков будет забирать этот вонючий маленький пришелец. Я на это надеюсь, ребята. Я точно не могу сказать, будет ли так или нет. Копим, копим ману. Кто там первый пойдет? Ну, естественно, этот Ахламон вылетел. А мы с вами накопили уже на богиню света. Что-то тишина какая-то нездоровая, ребят. Ну, давай попробуем некро вызвать. Кого он сейчас? Наверное, морской пехонец. Ах ты, ну. Опс. Получил свою гаденышку. Блин. Тут тяжело будет, ребят. Так, давай-давай. Вот, Колобков, ребят. Про Колобков я как раз и говорил. Да иди ты в лес. Давай, сноси этого морского пехотинца к ядрень пени. Давай, Колобка, ты. Ой, пришелец, лопух. Просто лопух, ребят. Мы его развели, как дурачка. Вот и все, что я могу сказать вам. Он стырил мало того, что Колобка, мы его еще и подбили в этот момент. Ну что, помогаем своим вот так, лазером. И что, и все, что ли? Да, опс, ну, добили. Слушай, что-то как-то... Отдай монетки. Что-то, кстати, легко у нас как-то идет. Квест завершен, командир. Ты. Так, 71... Ой, Тритоша. Тритоша, все помнят, да, ребят, что делает Тритоша? Будем этим отрядом, да? Давай этим попробуем. Дальше, не будем никого другого пока менять. Идет нормально у нас отряд. И пускай идет, слава богу, как говорится, да? Поехали. Не будем рассусоливаться. Так. Сейчас. Блин, погоди. О, у нас же этот тут выходит. Ё-моё, хищнец, ребята. Сейчас я дождусь, Я просто боюсь вызвать кого-то другого, потому что... Ах, вот так вот, ладно. Поехали. И сейчас, наверное, выпустит хищница, да? Или нет? Черт узнает, или пришельца. О, Тритошу даже. Он даже вызвал Тритошу. Так, иди-ка ты в баню, парень. Блин, он уничтожил мне Тритона, ребята. Так, давай попробуем вот так вот сделать. Бомби, бомби, что есть силы. Вот в этого, в этих, во всех, короче, бомби. Так, Тритоша отдуплился, ребята. Че, у меня и паладин сейчас отдуплится, что ли? Походу дела, да. А ну-ка, заморозка. Сработало, отлично, ребятули. Так, кого нам вызвать? Наверное, еще надо будет вызвать. Опять Тритон этот, а? Давай так попробуем. Оп. Так, тихо. Давай, давай, прикрывай, бабку только не трогай. Бабка, я имею в виду, это некро, ребята. Так, богиню света, может быть, призвать, а? Как вы думаете? Я думаю, что надо. Надо, чтобы она подсобила нашим ребятулям, да? Тем более, времени осталось минута. Опа, ускорение. И мы в дамках, ребят, смотрите. Все, мы сейчас прижучим их здесь всех. Будем жарить и наслаждаться. Вот о чем я вам и говорил. Даже пришелец почему-то не улетает. А может быть, его здесь и нет? Кто там? Тритоша прыгнул в заморозке. Ну что же, по-моему, очень даже хорошо и мило идем. Ох, кто здесь у нас? Ага, лорд пустоты, значит, пришелец, Тритоша, в общем... Вся старая компания. Но вот здесь вот знаете, кто меня смущает больше всего, ребят? Так это именно лорд пустоты. Он же у нас отталкивает моих юнитов, да? И станет их. Черт его знает, как бы быть-то нам. Давай я попробую разочек, да? Получится, не получится. Если что, переиграем уже другим отрядом. Но каким, пока не знаю, ребят. В любом случае, нам нужно с вами накопить как можно больше манны для всех наших вот этих вот манипуляций дальнейших. Тем более сейчас будет пришельца вызывать. Почему-то я вот чувствую я. Смотри-ка, мы уже 500 маны накопили, никто не вышел. О, гаврюлка, вылетел, блин. Да пускай летит, ребят, мне пока не к спеху. Это пока не к спеху. Теперь мы, наверное, с вами вызовем некро. Зря я некро вызвал, ребята. Зря я... Вот. Давай-ка вот так попробуем. Хоп. Разнесли, ладно, хорошо. Это только начало, ребят. Черт тебе, и конец, наверное. Оу, похититель говнюк вылетел. Сейчас, наверное... Нет, он не стал, ребят, ничего такого делать. Ну, давай попробуем, как мои тут зубастики эти. Давай еще одну некро вызовем. Чтоб получше, как говорится, прожарить его. Так, у меня мана. У меня маны как раз, ребят, достаточно, чтобы вызвать богиню. Я ее вызываю. Ты посмотри, какой он злющий, какой сопротивлющий.
Так, тихо, вон, колобка. Пришелец. Опа, а вот, ребята, о чем я вам говорил. Вот и вышел лордушка. Слушай, тут, надо, наверное, нужно баллисту вызывать. Я не знаю, кого тут нужно вызывать, если честно. Я немножко сомневаюсь, ребят. Так, этого пробили, предположим. Давай дальше. Ага, вот он что делает, видели? Он в стан гоняет. Слушай, а мы, скорее всего, его заколбасим. Он даже не в стан делает, ребят. Он какой-то фигней там занимается. Давай так попробуем. А почему? Воу, есть! Есть, ребятушки. 52 секунды. Ну, хоть бы получилось, хоть бы получилось, хоть бы получилось. Ну, пожалуйста, я прошу, ну, игра, ну... Ну, не надо это ко мне задом поворачиваться. Давай лучше по-нормальному с тобой решим, и все. Ну, есть! Я даже не сомневался почему-то. Так, прикидывался. Не, на самом деле, сомневался еще как, ребят. Ну что же, смотрим. Так, пришелец, 9 карточек, 8 тысяч. Ну, что-то как-то ревард. Вот база, это хорошо, конечно, что нам выпало. Ну, а мы с вами переходим на карту подданных. Хм. И здесь ядрен батон, Ронин сразу 73 уровня, просто-напросто вот так вот. Просто выходит Ронин 73 уровня. И кого вы прикажете мне здесь брать? Моего же Ронина, да, 70-го. И надеяться на то, что он выйдет в мистерство. Мало шансов. Хм. А здесь? Здесь, если только будем контрить. Оу, погоди-ка, здесь у него всадник на журавле. Слушай, а мне неким контрить-то здесь. Тут понятно, еще ниндзя есть там, да. Поехали, попытаемся таким отрядом. Я, честно говоря, не уверен, что у нас что-то получится. Ёлки-палки, еще и расстояние-то такое маленькое. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Выйдет Ронин или нет? Как думаете? Вышел, блин. Оп, мой сносит. Видели? Если бы мой Ронин вышел в обычном бы эпатажным таким шагом, его бы разнесли, поверьте мне. А тут все чики-пуки. Тем более, сейчас вообще шансов никаких нету. Все, нету у него шансов. Иди отсюда. Ой, контрить. А, мы можем контрить, ребята. Можем, да. Отлично, всадник на журле погиб. Я вызываю ниндзю. И вот так вот еще. Упс, мало ли там чего. Сами все прекрасно видели. Никому ничего объяснять не надо будет. Тем паче для меня. Так, смотрим здесь. Фу, блин, зараза-то вонючая. Вышел, ребята, Тракоша здесь. У нас 72 уровня. Ну, у него 4 звезды. Но опять же Ронин. Опять же Ронин, 73 звезды. Берем этот отряд. Попробуем дальше добомбить. Не знаю, что у нас из этого, конечно, получится. Ух, ну надеюсь, что-нибудь хорошее получится. Так, опять же я буду надеяться на своего Ронина. На своего, ребята, Ронина. Так, погнали. Черт, тебя подери. Че он, кого? Оу, он меня обманул, ребята. Он меня просто-напросто сейчас обманул. Ну, давай так сделаем. Блин, зараза. Жук снесли, отлично. Ниндзя, помогай, помогай быстрее, родная моя. Фух, есть контакт. О, Таракоша вышел. Его-то как раз мы и ждали, блин. Ждали, не дождались. Ну, давай вот так попробуем. Вы видите, ребята, просто-напросто мы впустую с вами потратили суперудар. Просто впустую. Он превратился в камень, ему хоть было на все, вот все. Ладно. Что, всадника вызвать на журавле, да? Ну, давай, вызывай. Чуть не хочешь никого вызывать. У-у-у, давай, сноси его. Тыч. Опять же в холостую, ребята, удар. От Ронина пролетел. Потому что он в камень превратился, вот этот говнюк. Так, ну эту-то мы снесем, птичку. Все, ребят, дай сюда ману. Хотя зачем она мне нужна сейчас? Слушай, как-то замечательно мы с вами идем, я вам скажу. Ёпарасете. Тигр. Все помнят, чем опасен тигр или нет? Так я вам напомню, ребята. При смерти он выпускает дух тигра, который летит через весь экран и уничтожает всех легких юнитов. А это у меня ниндзя в данный момент и Ронин. Угу, как ни странно, они у меня легкие юниты, да-да. И поиграть я с ними не могу, потому что у меня, кажется, ману уже кончилась. Я засмотрелся. Че, неужели вот этих брать? А как я буду Блин, а как я буду контрить? Всадник на журавле. А? Как? Ха. Слушайте, а кто у меня до этого был-то? Кого я менял? Никто не помнит? Я уже лично не помню, ребят. Хм. Что, надежда вся на Банши? Банши, успеешь? Успей, пожалуйста, радость моя, успей. Успей вызвать хоть одного гномика. Твою ж дивизию. Но гномики ее убили. Этот псих недоразвитый вышел, да? Хорошо, ладно, ребята. Мы с вами будем вот так вот делать. Но самурай все равно сильнее, как ни крути, ребят, согласитесь. Если сравнить его с Ронином. Опс. А, вот, вы видели, что сейчас вылетело? Вот это и был дух тигра. Смертоносная вещь, очень смертоносная.
Черт подери, а мне нечем, ребят? А, нет, есть, есть чем, вру. У меня есть баллиста. Да, ну только до баллиста нужно дожить. Черт, дожить. Как дожить-то? Вот так вот, ребят, дожить. Ага. Оу, черт, тихо, тихо, тихо. Не надо, блин. Уничтожил, зараза, блин. Ага, хорошо, ладно, пускай будет так, предположим, ребят. Блин, опять он вызывает этого всадника. Да че он так часто-то его вызывает, эй. Ну, баллиста, ёпрсты, давай выходи. Ага, предположим. Сейчас уничтожит, блин, мне. Уничтожит же? Конечно, уничтожит. Черт, тебя подери, блин. Да как он так быстро? Ага, ладно. Давай вот так поможем, ребят, нашим. Нашим мы будем помогать. Есть, разнесли в хламину. В хламину, блин. Ну, и что? Блин, сейчас они разбомбят, ребята. Они разбомбят мне тут всех. Я вызываю баллисту. Джух, ну предположим, ребят. Да иди ты в лес. Слушай, мы, по-моему, по времени с вами... Оп, заморозка. Хе-хе. Да ладно, как ты это сделал? Ты замороженный был, олух. Как ты вот это мог сделать, блин? Чимиргес, а я не знаю, как, какие слова мне еще подобрать. Ну, давай, 27... Не, ребят. Медлительные юниты пока дойдут, блин. Не вариант. Не вариант. Хотелось бы, конечно. 16 секунд. Да куда там нафиг, ребят? За 16 секунд. 10 секунд уже. Эх, жаль. Очень жаль. Да мы долго шушукались, блин. На начале, на самом, блин. Не давали. Вы видели, да, там что происходило? Тут еще тигр при смерти вызвал свою фигню эту. Но зато теперь я знаю, что мне нужно просто одолеть за время, ребята, базу. Мне не нужно бояться о том, что кто-то нанесет повреждение моей базе или еще что-то. Просто атаковать. И вот здесь нам придется с вами, да, поменять, как ни странно, отряд. Потому что, ну, вот Джен здесь абсолютно ничего не сделает. Но он будет там свою фигню какую-то пускать. Но он пускает ее понизу, понимаете, ребята. А всадник на журавле поверху ходит. Так, 4 гема с вами заработали, это неплохо. Угу. Так, ну что, Вуджен, ты уж извини, родной мой, но как-то надо что-то нам придумывать. А что мы можем придумать? Бомбер взять? Чумная мышь. Подожди, а почему чумная мышь у меня... чтобы добавить... Потратить одну единицу энергии? А почему это? Что это за такие рамки, блин? Тыквоголового. Тыквоголового, если взять только. Тыквоголового наносит массовый у нас урон. Хм. Тыквоголового. Там тигр, он медлительный еще, блин, зараза. Хм. А я могу взять? Я же не могу, да, ребят, не могу взять, потому что она у нее... Она в другом отряде. А так бы, слушай, она бы неплохо бы здесь зашла бы. Вот именно здесь. Да здесь бы любой бы юнит зашел бы. Даже бы баллиста та же самая зашла бы неплохо. Слушайте, короче, ребят, давай возьмем тогда, наверное, все-таки тыквоголового. Фиг с ним. Попытаем счастье, да, если получится, то... Ага, вот, 70 уровень получает у нас. Сколько у него дамаг вообще? У него дамаг... 1700. Ну, в принципе, должно прокатить. Хотя в идеале бы нам лучше бы забрать вот лучницу вот эту, которая у нас здесь качается. Она бы очень даже неплохо бы зашла против этих. Но они у меня тут, видите, все в прокачке стоят. Хотя кто-то говорил, что можно, по-моему, взять из отряда. Когда они прокачиваются, короче, не имеет значения. Ну, да иди ты в пень. Мы рисковать не будем, ребят, поехали в бой. У нас здесь энергии дофигища. Если что, будем с вами как-то отряд мешать, тусовать. Но пройти мы с вами обязаны. Ух, была не была. Тут голем. Ребят, только лишь голем меня может спасать от Ронина. Больше никто. И, как вы знаете, надо на него накопить еще. Хотя мы можем вот так вот сделать. Снесут. Снесут его сейчас в хлам, ребята. Хе-хе-хе-хе. Изи катка, елки-палки. Так, 250 накоплю. Накопил. Ух. Воу-воу-воу-воу. Смотрите, сколько. Неплохо, да, он, ребята, сносит. Просто. Просто жесть. Он просто жжет, ё-моё. Тигриц.
Иди отсюда. Кстати, вот сейчас было хорошо, да? Смотрите, а Джаггер-то все равно живой, ребят. Он живой. Блин, живой, живой. Давай тыквоголовый. Ты мне здесь нужен сейчас. У него, кстати, очень большая дистанция, ребят, по атаке. Ага, смотри, что он делает. А? Вот так-то. Бидыщ. Да куда ж ты бьешь-то? Ты же должен бить-то. Нормуль. Я вам скажу, ребят, нормуль. Недурно. Очень даже недурно. Это асиму так еще. Ха-ха. Слушай, тигров-то наполучали сегодня. Ух, красота. Нужен еще, ребят, один тыквоголовый, и будет все по красоте. Ну, вот, я его вызвал. Ну что, вот теперь смотрите, что будет, ребята. Два тыквоголовых сейчас будут просто тут хлам сносить. У них же массовая атака. То есть они бьют одного врага, но повреждения получают все, кто вокруг. Так ведь? По-моему, так, ребят. Оу, запинали, да? Запинали же? Практически, ребят, смотрите, что происходит. По красоте идем, и я еще фаербольчик в догоночку. Бам! Давно бы так. Фух, просто давно бы так, ребят. Идеально прошли. Ну что у нас тут прибыль? Блин, Вуджен. Вот. У меня нет слов. Вуджен. Терракоша, да? Он будет стоять сзади Терракоша, а мы будем с вами как дурачки тут. Хм. Я, конечно, попробую, ребят, но ничего обещать и гарантировать вам не буду. Попытаемся просто-напросто, посмотрим. Если нам повезет каким-то чудом. Блин, тут еще Ронин, про него не стоит забывать. Ронин у нас псих, как вы знаете, да? Так, пока есть время, ребята, пока есть. Я хочу вызвать Джаггера. Просто он вызывает Терракошу. Он вызвал Терракошу. Ну что ж, давай попытаемся его как-то раскромсать здесь. Ну, естественно, ребят. Ну, конечно же, сразу же выходит Вуджен. Ё-моё, я так и думал, что вот он будет сзади него стоять. Вот верите, нет? Вот я так и думал, что будет. Черт бы его побрал, а. Ну, вот смотрите, что происходит, ребят. Смотрите, сколько он наносит урона. Оу, тыквоголовый, ты здесь вообще не в удел. Или в удел. Я не знаю, если ты успеешь дойти, то ты нормуль пойдешь. Если не успеешь, тогда хана. Так, я вызываю еще одного Джаггера. Ага, ага. Нормуль. Да ёпрсте, ну как же так-то, а? Фаерболом надо, ребята, их травить. Вот так вот. Ха, да куча всех. А ну-ка, бомби свою базу, урод. Давай, 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 давай. Бомби, помогай, помогай нам бомбить свою базу, я тебе говорю. Так, отлично, ребятули. Опс, смотри, что происходит, смотри, что происходит. Да ядрен ты, батон, вышел хламон этот. Е! Я же говорил, ребят, мы бьем в Терракошу, а повреждение получает база. Шик и блеск. У меня других слов нет просто. Ух, это, наверное, будет заключ... Оу, здесь босс. Здесь босс. И босс, вы знаете, какой у нас, да? Такой придурковатый. Слушай, у нас откатилась здесь манна. Хм. Откатилась манна. Попробуем вот этим отрядом. Вы же знаете, кто это такой. Это, ребята, у нас Ветродуй, который дудит там во все сопелки, блин. И, соответственно, это, того моих сдувает, короче, в одну кучу. Не дает им просто подойти. Ладно, будем надеяться, что сейчас не выйдет ни какой-нибудь охламон тут. Может быть, мне вызвать... Ага, нет, 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 нет. Давай вот так мы с тобой сделаем. Нам нужно, ребята, здесь накопить как можно быстрее манну. Ну и, соответственно, вызывать нашу ведьму. Тут будет очень жестко и нешуточно. Тем более, если выйдет Ветродуй. Смотри, он хитро делает, гад. Хитро делает. Давай, чик, нормуль. Деньги отдай только сюда. Так, ведьма у меня, ребят, на изготовке. Все, она вышла. Пускай этот тигр идет, он мне пока не страшен. Так, а вот это уже фигня получается полная. Ну что, притягиваем, ребят, притягиваем. Так, кто там, Вуджен? Чик, и нет Вуджена, ребята. Отлично получилось. Сейчас, смотри, смотри. Воу, вот он, ребятули. Кто бы сомневался, что этот ханорик выйдет? Никто, я не сомневался лично нисколечко. Ну, блин, вот так вот он сейчас и будет, ребят, всех сдувать, зараза вонючая. Сейчас, не дай бог, смотри, тигр сдох без... Как так? Без этой, без ауры. А что это? С какого хрена? Он раньше так не делал, не станил, ребята. Не было такого, такой фигни. Да иди ты в пень, давай мне еще, блин... Ну, звездонеды по этому ханурику. Давай, давай, давай. Есть. Мы отомстили, ребят. Причем довольно круто. Юмаковку он тоже отомстил.
Ну что, давай. Буджена пробежал, это даже не успел среагировать. Ну ладно, хорошо. Давай, кто кого. Так, 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 так. Ну, слушай, ребята, очень мало времени у нас с вами. Очень мало. Я даже не знаю, что делать. И как быть-то здесь? Ага. Ты посмотри, вот что, вот он что вот себе позволяет, а? Он позволяет себе просто такую роскошь, которую мне не дают. Он вызывает духа тигра при смерти. У меня такого нет. Ну все, ребят, 25 секунд. Куда тут? Что ты тут сделал? Да ничего, сейчас. Тыч! Он получил по щам, да? Тут мы с вами делаем притяжение внеземное или какой-то, я не знаю. Не катит. Не катит ни хрена. 12 секунд. Так, ладно, предположим, мы там у Джена с вами заколбасили. Ну да, 5 секунд, ребят, придется переигрывать. У нас же энергия... А, у нас энергии-то здесь и нету на этом отряде. Это ж последняя была, ё-моё. Чисто случайная, накопилась которая. Слушай, я не знаю, блин. Этот ветродуй, честно вам скажу, просто бесявый. И еще плюс вот этот тигр вонючий, который на самом деле нам здесь все карты просто испортил. Именно по его причине, именно не по боссовской причине, а по причине того, что тигр, когда помирал и вызывал вот этот вот дух тигра, который вылетал и через весь экран убивал моих ронинных, моих вот этих вот прыгунов убивал, легкие, которые юниты. Только лишь по этой вине мы проиграли. Босс тут вообще лошпынище полнейший. По большому счету. Ну да, он собирает нас в кучку, как бы отталкивает. Но единственный, конечно, вариант, нюанс был, который мне очень сильно не понравился, это с какого перепуга он, когда начал нас сдувать, мы все получили стан. Вот это для меня было, конечно, новость. Может быть, у него такая возможность есть, что, ну, вероятность, я имею в виду, с каким-то там определенным шансом застанет юнитов. Я не исключаю такого, ребят. Опа, смотри, что происходит. Смотри, что происходит, смотри. Снесет сейчас, да? Почти снес, ребят. Ха-ха, вот так вот это делается. Сейчас еще вылезет у него уронин. Стопудово вам говорю. Мне нужен джиггернаут здесь. Или не нужен? Нужен. Нужен. Фаербол, ребят, я буду тратить уже чисто на босса. Ну его нафиг. Или на тигра. Или на босса, или на тигра. Давай на тигра лучше потратим. Бесявый. Оу, я же забыл, ребята. Мне же контрить здесь, блин. И вот Джен, гад, вышел. Ага, ладно, предположим. Че, он уже своего ветродуйчика вызвал, да, ребята? Он вызвал своего ветродуйчика. Ну что, дедуль, давай, готов, надеюсь, ты. Дедуля. Блин, дедулю не дождемся, ребят, мы с вами, по-моему. Где отсюда? Так, ладно, будем копить на деда. Только дед может нам помочь. Наверное. Не уверен я в этом. Дед без прикрытия — это фигня полнейшая. Но тем не менее я постараюсь. Туч. А почему ты не станешь, а? Вот их, почему? На. Почему ты не станет, ребята? Почему? Я не знаю, почему. Не станет и все. Ну, дед рассыпался. Офигеть. Он не дает подойти. Смотри, что делает. На, блин, заткни свой хайлом. Босяр хренов. Сейчас дует опять тебе, да? Ну, естественно, дует. Оу, подбили мы его. Слушай, ну, какой-то шанс, наверное, есть. Наверное. Хе-хе. Нету ни хрена никаких шансов, ребят. Или есть, блин. Как все будет зависеть от того, как мы с этим тигром сейчас справимся. С тигром мы справились быстро. Теперь, естественно. Сколько там? 26 секунд. Блин, мало, ребят, времени. Да какой там опять этот... Да тут куда он берется постоянно, этот вот вусрен, блин, вонючий. 17 секунд. Да ну нафиг. Ребят, я не знаю. Я не знаю, что делать просто-напросто. Все, это тупиковая ситуация. Этот Вуджен просто меня добивает уже. У него, смотрите, у него мало того, что Вуджен, да? У него еще всадник на журавле поганый. Понимаешь, в чем дело? Вот что оказывается. Но что тут не то, блин? А вот то и не то, что вот, вот эти вот упыри. Ребят, я опять по времени спалился. Просто по времени. Против Вудженов, знаете бы, кто хорошо бы здесь заходил? Я уже вам повторял и говорил неоднократно. Прыгу. Он в этих ситуациях просто мастак. Он для этого, в принципе, и предназначен. Чтобы уничтожать вот этих всяких Вудженов, хрененов. Вот именно для них он предназначен. Ну, а тут что, я сплавился, ребят. Я не знаю, что делать. Можно просто ускориться, наверное, тупо, да? Потому что никаких вариантов здесь нет на победу. Вообще...
Еще два Вуджена уже. Тут одного-то, блин, за глаза хватало. Не знаю, какая-то фигня получается. Смотрите, вот смотрите, просто оп, два вьюнка и мои все падают. Оп, два вьюнка и падают. Единственный вариант, это только если мы пройдем с вами просто ради очков. Ради опыта, все. А больше я пока не вижу вариантов никаких, ну что. Давай попытаемся уж так и быть. Смотри, пока мы бьемся с вами с тигром, этот подхалимка бомбит сзади. Ой, сверху, блин. Тварюна, а. Иди отсюда. Ну вот, опять этот. И так и будем, короче, кто кого быстрее передамажит, ребят. Ну, мы, по крайней мере, вроде бы как продвинулись маленько, да? И, кстати, вы заметили, что мой молотильщик умирает, давно не выпускал циркуляру. Очень давно. Ну, фигли. Вот так вот. Все, у него, видимо, закончился запас юнитов, и он сдался, так скажем. Такое почему-то периодически у него бывает. Но мне-то от этого ни холодно, ни жарко, ребят. Я не знаю. Кого взять? Слушай, а может быть нам тоже взять всадника на журавле вместо тыквоголового? Не знаю, ребят, как-то заманчиво это все, вам не кажется? Заманчиво. Немножко меня это пугает и... Хрен его знает. Давай попытаемся. Или же убрать отсюда молотильщика. Давай посмотрим вообще, кого мы можем здесь, ребят, сделать. Молотильщик здесь... падает, согласитесь, очень быстро. Например, мы его с вами просто-напросто убираем, да? И берем... Ну кого? Давай вот возьмем так. И возьмем... Чумная летучая мышь. Чумная летучая мышь. Три звезды. Да? Предположим, три звезды. А у нас есть кто? У нас есть тоже три звезды, блин. Три звезды... Нет, у этого... Тыквоголового, по-моему, 4. Морпех, конечно, бы тут тоже был бы хорош, ребята. Да и бомбер неплохо бы зашел. Все, короче, неплохо бы зашли. Но мы, как всегда, с вами не знаем, кого выбрать. Всадник на журавле у нас где-то с вами занят. Где-то уже позаимствован. Кстати, вот если бы грифон был бы у нас прокачан, можно было бы, кстати, его задействовать. Ладно, ребят, попробуем чумную летучую мышь с вами. Не уверен, что она здесь хорошо зайдет, но тем не менее, у нас с вами получается два танка и два летающих, грубо говоря, юнита. Если прокатит, то будет все замечательно. Поехали. Последняя, ребята, у нас с вами попытка. Либо мы выигрываем, либо мы, блин, проигрываем. Ну, дед здесь, конечно... Я не понимаю, я раньше думал, что на боссов не действует наш вот суперудар, но он почему-то деда сдувает или не сдувает. Или мне показалось? Да, по-моему, не показалось мне. Сдувал он моего деда к ядрене фени. Ну давай, выпускай своего Ронина. Ронина, да. Ага, медленно вышел. Хорошо, тогда я вот так сделаю. И чумную летучую мышь вдогоночку, я думаю, надо будет отправлять. Ну, где-то там и шунка. Давай, входи. Трави этого гаденыша. Ага. Так, ну что, остальное мы, ребят, с вами будем копить. Не дает просто покоя, а. Есть. Сдох, гаденыш. Так, ладно. Иди отсюда. Вот так вот, ребят. Теперь я должен вызвать деда как можно быстрее. Вы обычно знаете, что если дед выходит, тут вариантов ноль у него. Давай, опс, шикарно. Ну и против кого ты тут вышел, пердушкин? Получил свое? Вот об этом я вам, ребят, тогда и говорил. Все-таки вызвал, блин. Все-таки... Ребят, он все-таки моего... Смотри, что он делает. Ты видел? На-ка. Травим, травим, травим. Мышки, куда вы, мышки, улетели? Травим. Давай фаерболом. Есть. Ну, добейте вы этого говнюка. Ну, пожалуйста. Ребята, все, сейчас мыши его заплюют. Вот этого вот Вуджена никчемного. Даже несколько там Вудженов. Неужели моя тактика сработала, а? Насчет чумных мышек, а? Должна сработать, ребятуля. Должна. Сейчас дедушка ударит и... Да. Смотрите, как мы с вами идеально прошли сегодня. Прям вот миссию прошли на последнем, ребята, кусочке энергии. Круто, мне понравилось. И достается нам фигня с последней вот черепаха и этот копейщик. Для меня никакой ценности не имеют. И, по-моему, с энергией-то у нас тю-тю, да? Вот здесь только есть еще. Ну что, будем заморачиваться. 74 уровень, тут бомбер, да? Опять же, фул. И толкатель.
Я думаю, что стоит потратить одну, ребята, энергию, да, которая у нас осталась, и попытаться пройти. Так, бомбер, бомбер, бомбер. Угу. Может быть, нам удастся с вами накопить на паладина? А? Что скажете? Было бы неплохо, да? Упс, я накопил. Толкатель. Идет, ребята, толкатель. А как мы его можем контрить? А контрить мы его можем... Блин, некро, зачем я вызвал некро, ребята? Зачем я вызвал? Сейчас убьет ее, нет? Убьет. Убил. Он ее убил уже, гад вонючий. Раздражает он меня. Я имею в виду, бомбер раздражает меня очень сильно. А вот так вот если мы сделаем. А если мы вот так еще сделаем? Опс. Все, без вариантов, ребятули. Изи катка, наверное. Слушай, ну... Да ее просто, ну как ты... Слушай, ну бомбер, конечно, бомбит жестко. Вот он пролетает, да, посмотрите, как бросает. И все вот эти вот легкие мои юниты, там, стрелковые, просто уничтожаются на ура. Надо подумать о том, чтобы раскачать. Ну, смотри, смотри, смотри. Идет моя некра, да? Идет спокойно. И не дошла ее просто. Только лишь колобки остались в живых. Да, ребят, мы с вами прошли этот этап, но это разминочный, легкий. Хотя 74 уровень здесь уже монстров, ребят. А в дальнейшем я просто боюсь даже представить, что будет. Просто боюсь. Ну что же, в принципе, мы с вами всю энергию потратили. Хорошая была игра, ребятули. Надеюсь, вам понравилось. Ну, а мы с вами увидимся уже в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых встреч. Удачи вам.